Добро пожаловать на канал Hardreset Info. Перед нами находится устройство Honor X6A, и сейчас я покажу вам, как включить таймер в камере. Итак, для этого мы открываем камеру. Далее нажимаем на значок шестеренки. Ищем здесь таймер. Нажимаем на него и можем установить его на 2 секунды, 5 или 10 секунд. Выбираем время, возвращаемся и проверяем, как он работает. И на этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.